25 ноября этого года в немецком городе Штутгарт состоится турнир лиги ACB 75, где будет выступать боец спортивного клуба Карс Давлетжан Шимурадов. Его соперником будет боец из Дании Йоган Кристенсен. 37 лет, очень опытный, последний свои бои он провел в UFC. Первый бой у него дебютный в лиге ACB будет именно как раз с Давлетжаном Ершимурадовым. Готовились и готовимся очень усердно, серьезно, потому что этот бой может стать даже трамплином к поясу. Свои тренировки изначально сделал по Харькову здесь, потом поехал в Дагестан, в клуб Горец. Ребята были с Панько неплохие, Рашид Юсуф, Рамазан имеет, сейчас же Гамзатов. Ребята хорошо помогали подготовиться. И остальное время сейчас здесь, последние 3 недели здесь готовимся. Дальнейшая цель у меня пояс ACB, а остальное уже посмотрим. Всем фанатам очень большое благодарность, всем спасибо за поддержку. И, ребята, смотрите все бои, надеюсь, я подведу.